Все животные, обитающие на Земле, по-своему уникальны и неповторимы. Живые существа в мире способны поразить человека не только своей необычной внешностью, но и размерами. И это 5 самых маленьких животных в мире. Всем привет! 5 место. Микроквакши педофляй. Самое маленькое животное. Эта лягушка относится к семейству Ускарот. Она считается самой маленькой в мире, обычная длина не превышает 7,7 мм. Эту малютку обнаружили недавно, она была найдена в Папуа-Новой Гвинее. Благодаря своему коричневому окрасу, эту лягушку незаметно ни на земле, ни среди листвы. 4 место. Мышиный лемур. Относится к самым маленьким животным в мире, длина тела которого составляет всего 10 сантиметров, а масса не превышает 50 грамм. Местом обитания этот зверек выбрал западный лес Мадагаскара. В его рацион могут входить как насекомые, пауки и мелкие животные, так и нектар цветов, фрукты и листья. Эти зверьки ведут одиночный образ жизни. 3 место. Колибри пчелка. Ну тут название говорит само за себя. Видели когда-нибудь? А теперь представьте. Птицу такого же размера. Вес миниатюрной колибри пчелки составляет всего 1,6 грамма, а длина тела вместе с хвостом превышает 5 сантиметров. Крылья настолько крошечные, что приходится махать ими со скоростью 90 взмахов в секунду. 2 место. Самая маленькая лошадка. На эту лошадь не запрыгнешь, и не поскачешь вдаль светлую. Лошадка перестала расти, и осталась карликом. Высота такой лошадки от 40 сантиметров, а вес около 30 килограммов. США эти малыши становятся популярными домашними питомцами. Их назвали лучшими поводырями для незрячих людей. Стоимость таких лошадок от 40 тысяч долларов. 1 место. Олень Пуду. Самый малый парнокопытный в мире, на первый взгляд. Пуду совсем не похож на большого статного и благородного оленя. Еще бы, ведь это животное вырастает 90 сантиметров в длину, и 33 сантиметров в высоту, а его масса колеблется от 7 до 11 килограммов. Олененок бегает значительно медленнее своих сородичей, поэтому чаще попадает в челюсти крупных хищников.